4 года за 2 года. И сегодняшний экзамен покажет нам, кто останется с нами на следующий год. Так, Цыпи, ты почему перешла к Буже? Пока на всех партах не пересидишь, не успокоишься? А где староста? Биби? А, он в соседней школе читает лекцию про Иран? А директор из школы не против? Возьми пример с Лапида. Он написал сочинение про тему «Ешь Атид». И хотя в его будущем 50 ошибок, я ему поставила 100 за красивые глаза. Эзе хамуд! Дерри, не лезь в чужой портфель, а то опять будешь сидеть за партой один. Либерман, что ты там напеваешь? Не стоит прогибаться под весь мир? Пусть весь мир прогнется под нас. И пересажу-ка я тебя к Зуаби. Ну, и что, что она обзывается? Вот в сочинении она написала, что нашу школу взорвать надо. Ну, я же терплю. И последнее. Кто у нас сегодня дежурный? Ривлин! Когда все выйдут на переменку, уберешь класс. Да, не завидую я тебе. Столько мусора. Ну, вот и звонок. Все свободны. Пока. Зато на южном выезде Ашдода заканчивается строительство Биг-центра. Ашдодцы просто умрут от радости. Больница-то еще не готова. Ничего, зато кладбище рядом. А у нас случай в Ашдодском парке. Ну что, за встречу? Внучки, вы как пить закончите? Бутылочки не выбрасывайте. Сара! Не позорь меня! Новый личный рекорд установил израильский прыгун в длину Шпингельзухер. На этот раз он улетел в Канаду. У нас миниатюра индийские авиалинии. Не молчи. Уважаемые пассажиры, вас приветствует экипаж самолета бомбейской авиакомпании «Авиабомб». Аварийные выходы находятся здесь, здесь и здесь. Стюардессы на лбу стюардессы. А теперь прослушайте обращение командира корабля. Дочку богатого хозяина авиакомпании, чтобы доказать, что он достоин руки прекрасной Зиты.